Для Валентины Блиновой ансамбль «Виолинки» – дело всей жизни. Идеей создания своего коллектива скрипачей преподаватель горела с первых дней работы в музыкальной школе. Реализовать задумку получилось лишь спустя 5 лет. В 1986 году. Тогда все начиналось с нескольких учеников и репетиций после уроков. Сегодня это профессиональный ансамбль из 15 человек, подготовки которых позавидует, пожалуй, каждый музыкант. Я учу детей так, как учили бы в музыкальном колледже. То есть я учу профессионально. То есть с самого маленького возраста нахожу какие-то способы, чтобы ребенок делал все так, чтобы ему это пригодилось, эти навыки пригодились в дальнейшем развитии, чтобы потом детей, если они пойдут дальше учиться, чтобы их не переделывали, чтобы у них руки соответствовали, чтобы им было удобно, чтобы у них то, что у них в душе, они могли выражать на этом инструменте. Но даже если ребенок потом вдруг не захочет посвятить всю свою жизнь музыке, опыт игры в ансамбле ему уж точно пригодится. Коллективное музицирование, уверены педагоги, в первую очередь развивает творческие навыки детей, учит работе в команде. И, конечно, опыт выступлений на публике никуда не уходит. Всем этим навыкам Валентина Блинова учит своих воспитанников с первых занятий. Ее ученики точно знают, чего хотят и к чему стремятся. Может быть, именно поэтому случайных ребят в ансамбле «Виолинки» нет. Здесь каждый уважает инструмент и готов показать свое мастерство. Вот, например, Ярослав Пивоварчик в школе искусств занимается лишь 2 года, но уже успел уверенно овладеть скрипкой. Легких композиций юноша не ищет и точно знает, чтобы развиваться, нужно брать уровень повыше. В прошлой школе меня мама попросила выбрать какой-то инструмент, я выбрала скрипку. Потому что я видела, как играли в школе, и мне очень понравилось. Сейчас я разучиваю новый концерт. И этюд дали мне. И в ансамбле еще играю. Статус образцового ансамбль скрипачей получил 15 лет назад. За это время коллектив не раз подтверждал свое звание, проходя специальные смотры раз в 3 года и принимая участие в праздниках, конкурсах или концертах. В Гродненской детской школе искусства имени Антония Тезенгауза в эти дни обучается 860 ребят. Школа работает по 4 основным направлениям – музыкальное, художественное, эстетическое, театральное и хореографическое. За каждого из ребят здесь ручаются, ведь они регулярно показывают свои навыки. Например, в конце каждого учебного года проходят отчетные концерты, где дети показывают все, чему научились. Учащиеся детской школы искусств на концертах любого уровня – гости частые. Дело здесь в первую очередь в профессиональной подготовке ребят. Многие преподаватели учреждения образования – действующие концертмейстеры. Они, как никто другой, знают, чего сейчас так не хватает гродненской публике. И стараются дать своим подопечным актуальные знания. На базе нашей школы существует 4 образцовых коллектива. Это образцовый коллектив гитаристов «Тангилио», образцовый коллектив народных инструментов «Таукачики» и образцовый хор «Журавушка». Вот, ну и 4-й коллектив – это образцовый коллектив скрипачей «Виолинка». Каждый из этих коллективов уже занял свою нишу в городе. Их узнают и приглашают на концерты. Но это далеко не предел. Образцовые ансамбли еще не раз будут удивлять гродненского зрителя своим мастерством. Анна Соловей, Виталий Рубанов, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+.